Здесь вот подведена вода. Экскурсию по обновленному посту скорой помощи в Сходне проводит заведующий Химкинской подстанции Рубен Карагулян. Здесь пахнет свежим ремонтом, светло и тепло. На полу новая плитка, стены покрашены, двери, окна и батареи заменены. Капитальный ремонт приятно удивил медиков. Тут два момента. Сроки. Потому что сделали реально в кратчайшие сроки, по-моему, там чуть ли не за полтора месяца, и действительно сдали. Вот мы сейчас стоим в этом и видим. И второе, меня очень так порадовало качество. Не люблю голословно говорить, но вот вы сами видите. Не формально подошли. Причем, может быть, бригада так попалась хорошая, может, что-то не могу сказать. Но очень ответственно подошли, и люди сделали. Так выглядел пост скорой помощи в Сходне еще полтора месяца назад. От старого интерьера не осталось и следа, лишь прежняя планировка. Лидер движения общественной поддержки Александр Якушин отметил, что ремонт стал возможен благодаря региональной программе. Теперь по губернаторской программе ремонт состоялся, помещение соответствует самым современным требованиям. Более того, здесь отремонтировали крытый павильон для автомобилей. Это окажет большое положительное влияние на всю атмосферу и на медицинское обслуживание микрорайона Сходня. Лидер движения общественной поддержки Сергей Малиновский отметил, что новые условия труда и отдыха благоприятно скажутся на работоспособности дежурных медицинских бригад, которые пока временно работают в стенах Сходнинской больницы. Для микрорайона Сходни это достаточно важное событие, потому что микрорайон разрастается, и кроме того, что обслуживается территория микрорайона Сходни, обслуживаются прилегающие территории. Это и микрорайон Ферсановка, и Подрезково. Здесь есть ряд территорий, которые относятся к соседнему району, Солнечногорскому. Откроется обновленный пост 1 октября. Остаются последние штрихи – провести генеральную уборку и завести новую мебель.